Кто бы мог подумать, что скотч существует уже 84 года. 27 мая американец Ричард Дрю запатентовал свое изобретение – прозрачную клейкую ленту, которая стала популярным на весь мир. И Робинзон ТВ решил узнать у харьковчан, знают ли они, что такое скотч. Ну, клейкая лента, как напиток. Ирландский, шотландский. А есть также… Нет, скотч – это шотландский, только шотландский, да. Вот. Есть, ну, скотч, в принципе, обычный. Скотч как для того, чтобы склеить. А, ну, скотч – это алкогольный напиток и скотч, которым пользуется, чтобы заклеить что-нибудь. Клейкая лента, которую заклеивают бумагу, например, разрывают. Ну, скотч – это когда, ну, там, лепляешь что-то. Ну, это клейкая лента. Ну, это от английского, я так понял, да, скотч. Ну, как, изолента, я знаю, изоляционный материал, упаковочный материал, так. Алкогольный есть скотч. Есть и напиток, да. Ну, я об этом думаю в данный момент. Скотч есть такой, чтобы скотч. Чтобы клеить ее, да.